Всем привет! Меня зовут Ольга, и сегодня мы будем готовить шоколадный медовик по рецепту одного очень-очень хорошего человека. Нам понадобятся яйца, сода с разрыхлителем, сахар, масло или маргарин, мука, смешанная с какао, мед, лимонный сок. Итак, начнем. Отправим маргарин, мед, растапливаем на низкой температуре. Пока наш маргарин и мед растапливаются, мы взобьем яйца. Добавим через щепотку соли и будем взбивать минуту. Затем добавим щепотку лимонной кислоты. Яйца взбились. Маргарин с медом оттаяли. Добавим к ним сахар. Сахар растворился. Отправляем сюда яйца. И мешаем и добавляем сюда соду с разрыхлителем. Объем увеличится раза в два, поэтому кастрюльку берем высокую. Вот так наша масса пенится. Отключаем подогрев. Подогрев отключили и будем добавлять сюда нашу муку, смешанную с какао. И все тщательно вымешиваем. Даем нашему тесту остыть. Тесто у меня охладилось. Визуально я поделила его на 6 вот таких одинаковых частей. И будем его раскатывать. Для этого на каждый корж необходимо подготовить пергамент. Переносим наше тесто на пергамент и будем его раскатывать. Чтобы нам было удобнее его раскатывать, немножко можно притрусить мукой. Так тонко, как у вас получится. Возьмем тарелочку диаметра нужного мне торта. Можете удалить лишнее, можете оставить. Потом это будет крошка для посыпки, для украшения торта сверху. И отправляем выпекаться. С остальными 5 кусочками будем проделывать все то же самое. Но я буду делать верх с орехами. Я приготовила вот такой орех в карамели. Сахар с медом, с маслом я растопила и добавила в эту смесь орехи. Прожарила немножко, охладила, и теперь эту смесь я хочу использовать для верха моего торта. Что мы будем делать дальше? Я раскатала, обрезала нужного мне диаметра
Дальше я беру эти карамелизированные орехи и начинаю украшать. Но оставим немного расстояния от бортика, потому что карамель в духовке может немножко потечь, чтобы не выбежала за пределы торта и не подгорела. И вот таким образом красиво мы это все разлаживаем. Вот так это выглядит сверху. Отправляем этот лист в духовку. А тем временем раскатаем остальные все 4 коржа и выпечем их. Коржи я смазала кремом и собрала вот в таком кольце. Отправляем в холод на стабилизацию. Я достала торт с холодильника. Он настоялся. Смотрите, какая красота получается. Очень много крема я использовала на это количество коржей. 500 грамм сметанного крема и 500 грамм заварного крема. Всем хорошего настроения. Пока-пока.